16 октября, день памяти Нурдоста. И, конечно, мы должны что-то из этого мюзикла сегодня спеть, чтобы вспомнить наших товарищей. И вспомнить этот чудесный спектакль, который так несправедливо был. Несправедливо. Такая чудовищная судьба у него, несправедливость невозможна. Это был прекрасный спектакль, мне посчастливилось в нем играть. И все, что с ним связано, мне очень дорого. Очень я надеюсь на то, что будут какие-то шаги, подвижки к тому, чтобы восстановить полную версию. Во всяком случае, об этом сейчас идет речь. Вот. А мы с вами сейчас вспомним самую красивую сцену из этого спектакля. Свидание Кати и Сани, когда они встречаются после 9-летней разлуки и хотят объясниться друг с другом, но не находят нужных слов. И так и расстаются, не сказав друг другу о любви. Продолжим нашу кинотему.
Борис Макроусов, Сергей Фатьянов, песня из кинофильма «Свадьба с приданным». Дашкевича. Самой бы мне в голову это никогда не пришло.
Я, честно говоря, и так очень смутно подозревала о существовании этой песни, хотя «Бумбараш» я знала хорошо, как и все мы. Это «Романс Зизи». «Романс Зизи». В белом платье с причудливым бантом у окна опустил жалюзи. Я стоял за ним молодым адъютантом, задыхаясь, шептал он: «Зизи». Я сама потушила надоевший уже канделябр. И тогда я сама потушила надоевший уже канделябр. Как приятны интимные встречи, тушите, пожалуйста, свечи, если пламя хотите зажечь. Но тушите, 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 пожалуйста, свечи, если пламя хотите зажечь. Чулок. У них есть мюзикл, пластинка, и вышел художественный фильм, его редко показывают, может, это и хорошо, он такой какой-то в художественном смысле не очень удачный, в смысле режиссуры и сценария, но песни, конечно, там абсолютно гениальные. Несколько песен Пеппи нужно было мне, так сказать, приготовить к вечеру, который состоялся. И приходите 4 декабря и посмотрите, как мы с Владимиром Дашкевичем в дуэтом поем «Вся земля с городами и вся моря с островами». Это мы с ним дуэтом сделали, очень смешно. Вот. А сейчас я споем им песню «Пеппи», лирическую, самую душераздирающую, которую она поет в тот момент, когда учительница в школе говорит: «А ну-ка, значит, вот убирайся и без родителей не возвращайся». И тогда она поет вот такую песню. Живет
искать где-то остров далекий, долететь до звезды одинокой. Но для этого нужно построить воздушный шар. Должно было погибнуть совершенно бесследно или стать не таким уж известным. И спасла его в очередной раз Елена Анатольевна Камбурова. Это песня, это романс на стихи Тютчева, который звучал в малоизвестном фильме «Профессия клоун». Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется.
Песни специально нарочито в такой бардовской стилистике для того, чтобы вот отразить эту атмосферу интеллигентного дома 70-х, где вот принято, видимо, было играть на гитарке, что-то такое петь. Стихи Марины Цветаевой. Мне нравится, что выбраны не мной. Мне нравится, что я больна и вами. Чьи шпори
спине, и голоса, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след. Очаровательные франты, очаровательные франты. В детском кинематографе.
Дело в том, что в Советском Союзе все дети были так счастливы, что мечтали они только о больших каких-то вещах. Все они хотели быть космонавтами и моряками. Как чудесно, что однажды получается то,
И однажды ты сумеешь то, что не умел еще никто. Ты, дочка, дочка, запятая, два кружочка вместо глаз. Дочка, дочка, запятая, это кто-нибудь из вас. Добрый путь, дорога, требует отваги и мечта зовет. И поднимешься на горы, и пройдешь через овраг. Только прежде выучись ходить. Точка, точка, запятая. Точка, точка, запятая. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь не игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. Ну, перед кем же мне извиняться? Не предлагают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть и месяц светит. Давайте громко, давайте в полголоса.
бессмысленно, ах, как бы начало вернуть, начало вернуть невозможно немыслимо, и даже не думать, забудь. Займемся обедом, займемся нарядами, запомним, запомним и быть. Так легче и так, так проще, не правда ли, не правда ли меньше болит? Не будем хитрить и судьбу заговаривать, ей ум не стоит труда. Да-да, господа, не авось никогда-нибудь, а больше уже никогда. Ах, как это мило, очень хорошо, плыло, плыло, плыло и прошло. И познавательно. Приходите, дядь. Спасибо. Мы с Евгением Николаевичем ждем вас 29 ноября. В этом зале 29 ноября мы будем петь классику бардовской песни от истоков до наших дней. Это будет такая программа. Тоже очень интересная. Я думаю, вам понравится. Приходите и познавательно.